Так, всем доброе утро. Сегодня 20 число и город Пятигорск, Ставропольский край. Ну, пойдем по рынку. Еще сам не ходил, только подъехали. Так, вот начало рынка. Здесь вот кролики. Кролики. Так, пойдем. Смотрим за лубин. Стопудово для Ютуба. Да. Такие вот голуби. Азиаты или узбеки, как их все по-разному называют. Бакинцы черные. И почем такие? Черные по 500 рублей. Такие. А вот эти черные сколько они? Мраморные. А что вас надо? Все по 500 рублей. А какой у вас канал? Владикавказ. А, 15 рублей. Да. Все. Я смотрю вас. Спасибо. Чеки красные. Красные латинские. А красные пара? Нет. Молодые. А, красные? Да, да. Я думал, что красные. Да, голубка, голубка. Гоненые нет? Нет, не гоняли. И почем такая пара? Ну, по 500 рублей. Понятно. Хорошо, спасибо. Это просто он кинул вот эту пару. Там как бы подразвели. Так, вот такие вот северокавказские. Мраморные. Хозяев нету. Кормилки. Американцы. Кролики. Всех пород голубей я не знаю, за это я извиняюсь. Вот такие кролики. 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 Собачки. Вот такие собачки. Играют. Вот еще. Шейки, 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 шейки. Хозяев нету. Мраморные. Перепелки. Здесь всякие рябы. Это похоже на николаевских вроде бы. Птички. Канарейки. Курочки, вот. Петюня какой. Яички перепелиные. Кольца. То, что мне надо купить. Колечки, колечки. Зачем я и приехал за кольцами. Так, ну это потом. Так, с этой стороны кролики. Канареечки. Так, сало. Кролики. Ути. Голуби, пошли голуби, павлины. Павлины разные. Плечистые. Черные, в общем. И цена 500 рублей. Эти 500. Пара диколысых мозговских. Цены нету, хозяина нету. А вот те молодежь, вот цена. По 100 рублей павлины. Вот они там сидят. Через две клетки снимать.
курочки, желтохвосты, что-то, по-моему, приболевшие. Перепелки. Петюня. Так, дальше здесь монеты. Так. Попугайчики. Там тоже вон они, карелы сидят, попугаи. Так, дальше. Такие пара павлинов. Это все ушли, а одна карта. Так, дальше у нас кролики. Такой красивый. Ничего, забьются, съедятся. Так. Препараты ветеринарные. Так, иди, хватит мне покупать. Не хочет. Так, попугайчики. Пачка. Кошки, собаки, попугайчики. Мазали. Мазанули. Попугайчики, птички. И попугайчики. Птички, попугайчики, что-то на голубей бедный этот ряд. Пойдемте дальше. Здесь опять же попугаи. Птички. Так, какие вот тутки. Какие вот. Давай, Спать. Почем такие белые? Вот есть пара, 1500, а остальные пока. Это широкохвостые? Да. А, нет. А простых вот 12-13 пёр? Нет, не все широкохвостые, даже эти щуки, головой и такие. 1500. Такие чубатые ботинцы. Так, такие вот гуси, павлины, вот хвосты не помещаются, вот так удалю. Вот такие вот павлины, видимо, два самца. Цены не знаю, по 8-10 тысяч за павлина. Здесь всего понемножку, по 50 рублей. Так. Вернусь. Так, прозевал чернохвостые, краснохвостые, желтохвостые. Хозяин.
нету, холодно. Холодно, хозяев нету. По машинам все сидят. Так, иранцы. У нас их так называют, головатые или иранцы. По крайней мере, на Кавказе называют так. А там даже не знаю. Мраморные вот. И в сапожках. Есть в сапожках, есть голоногие, вон смотрю. Тоже ни хозяев, никого нет. И рыжие мраморные, и стальные. Не похоже. Ляушовские называют, майкопские, не знаю, если честно. Хозяев тоже нету. Да, вот такие. Вот именно с белым вот с таким. И прям вот они, и потом и детей, под них они одногнездки вывелся, тоже хорошо летал, тоже что-то забрал, и голубь привел, один он остался. И он такой, обычно приветствует. Желтый. Плечистый, лохматый. И почем такая стоит? И голубят твои. Голубов нет. Вот две голубки, три. И дома еще две. Голубов нет. И почем такие? 2000. Вот еще две голубки. По 2000. Павлинчики. А павлины такие почем? По 500 рублей. Плечистые павлины. Тут спортивные чехи. Вон пескунята еще. Так. Собачка. Собачка. Мраморные, всего понемножку, и пакистанцы. Так, овчарочка сидит. Пёлки, куры. Добрый день. Здорово, здорово. Статные. Почем такие статные? 700 пара. 700 рублей пара. У него стойка, посмотри, какая. Вот ты посмотри на его шею, на всю. Рама. Я же не втюхиваю, понимаешь, а даю вам как, ну, нормально, как своим. А когда получишь детей, потом придешь, скажешь спасибо. Вот я тебе говорю. Желтый. Это детей. Как называется порода вот желтые? Это армавирские белоголовые. Почем такая пара? 1500 пара. Вот одна пара это, одна пара это. Слышишь, Юра, если я вот его из вот этой ебану? Не, не пойдет. Я ее уже взял. Не пойдет, не пойдет.
Не год, да. По 3000, по 2000 киловатт. Клетка забита. Всего потихоньку. Сарки здесь. Курочки. Дикие, дикие. Курицу поймали, этого можно не поймать. Не, ну нормально, спокойно. И почем такие? 1000 рублей. 1000 рублей голова. Черноплечие лохматые. А такие черноплечие? По 700 рублей. На молодые голубочки. Лохматые. Покажу. Вот они. Все на подбор. Так вот, так вот. Чили. Белые широкохвостые, опять же. Хозяев нету. Руки замерзли. Руки замерзли, там вон пара собачек. Монахи. Или армавирцы, или северокавказские, в общем. Малоносы. И нигде нет хозяев. Сейчас посмотрим. Так, вот такие. Чернохвосты. Такие. Белые. Пара красноплечих. Так, голоногие бакинцы красноплечие. И хозяина нет. Ваши красноплечие бакинцы? И почем такая пара? 500 рублей пара. 500 рублей пара. А выпускали их, что-нибудь делают, хоть кувыркаются, нет? 4 месяца уже закрытые сидят. 4 месяца сидят закрытые. У этого летали. Сейчас нельзя гонять. Да. Мраморные. Лохматые. Такла. Краснохвостые. Северокавказские наши. Хвосты красивые. Именно коровяные, красные. Так. Красные. Это не бакинцы, на сапожках это краснодарские, видимо. Так, и опять же нету никого. Мраморный, вот хороший цвет, вон ореховый. Желто-мраморная, чубатая. Люди поели и убежали.
Дикалысые, чубатые. Краснохвостые. А такие пара почем краснохвостые? Нету хозяина. Хозяев нет. Не всегда получается спросить цены, ругаются, не спрашиваешь. А это не ваши мраморные? Не слышит сзади. А эти мраморные не ваши? Нет, нет, сейчас хозяин. Кто? Шейки. В общем, хозяев нету. Чайки или вот как их называют, вот. Бантастые. Вот уже здесь вот такие красавцы белые. Белые. И почем такие белые? По полторы. Да, здесь это Николаевские. А Николаевские такие почем? По 300 рублей. Так. Желтохвосты бакинец. Я ж не знаю его, я ж его сказал, я не знаю. Желтый. Тоже Николаевский. Так вот. Так, вот. Цена 500 тысяч. Ну что, Михаил? Федя! Ленина Канцева кто-то спрашивал. По штуке, по-моему. А Ленина Канцева почем? По штуке. По штуке. Так, ну здесь у нас пути разные. Так, это у нас уже широкохвостые, опять же, здесь. Терка, белые. Такие рыжие мраморные бакинцы. И почем такие бакинцы? Нету хозяев. Хозяев нету. Все ушли. Холодно, руки мерзнут. Так. Монахи. Почем такие монахи? 250. И вот. Курочки. Курочки. Здесь тоже хозяин. Пара. Да. Тут тоже всего понемножку. Почтари. Все, что угодно. Так. Вот такой мама. Красавец такой. Такой мощный голубь. Мраморный. Лохматы. Почем такие? 500 рублей голова. А как порода называется? Буденовский. Буденовский. У нас у мраморного поменьше. Буденовский. 500 рублей дорога. Еще один. Белястый. Иранский.
пара у меня там владеет. Одна пара. Червоносы. Я уже проскидал. Да я вот у Лёхи голубочка купил. О, это там уже оставалось. Две пары. Костохвосты. Ну да, две пары бы хватает. Почем такие краснохвосты? 2000 пара? Один. А вот чернохвостые? Тоже две. Это вот что за порода чернохвостые? Они северокавказские. А вот тибилийские, у них лапки поменьше. Нет, не маленькие. Ну, лапки. Те летят, а вот эти как они? Ну, вольерные. Ну, может, полетят, если они. Вообще вольерные. Ну, у меня вольеры. Дал. Северокавказские. Пара иранцев. Головатые, желтоголовые. А такие почем? Такие мои. А. Сегодня дал. Три пара. 3000 пара. Это гоненые? Да, это гоненые. Он их муштрует конкретно. Ага. Это тоже ваши? Это мои. И почем? По 500 я. Ну и это зона все. Здесь большинство голубов. Копчик атакуете. Выбивает сильно. Этих я смотрю. Конечно, не долетят домой. Не, ну это понятно. А полететь они хотят. Все покрут. Ни один не сядет. Да, ясно. Нет, спасибо. Ну я добавляю, мне на сыну. Черный. Голубочка. И почем такие? 500 это голубка? А это пара, да? Нет, это тоже голубки. Но это 2000, это 1000. Мать, видишь какая? Это что за порода? Какие они? Ну, северокавказские. Северокавказские. Это сейчас... Суповой набор. Суповой набор, да. Возьми. Такой белый. Будешь? Да, давай. А такой белый почем? Иди по 1000. По 1000 рублей. Так. А белые почем такие? Нет, вот в сапожках 500. Они не широкохвостые? Нет. Нет? Здесь нет. А гоненые есть? Здесь нет. Здесь. Только вот паровку пошли. Осенние. Паровку пошли. Гоненые дома. Выгоните его, подожди. А головатые у вас почем? Тоже по 500? Вот они все гоненые. Они гоненые? Все. Все голубочки. Все голубки выгнатые. Так. Пойдем. Да, давай. Там лошадь шапошкалые. Нет, там лошадь. Любой, я буду гонять на лошадь. Есть широкохвосты. Весь фасоль остался. Есть широкохвосты. И почем такие? По 2000. А то с Баку здесь 12. Ну сейчас и бывает. А здесь она гоненая была? Молодежь, вот черный, нет, они все молодые, только я... Нет, темно, темно, темно. А ты вот да? Стоит, блядь. Орел. Как хуй, блядь, один сад. Вот такая женщина была, я все молодые. Она на Итокске села, уехала. 2000 голова, не гонены. Так, чили. Черные бакинцы все голоногие. И почем такие? По 50 рублей.
А что так дешево? Да ну просто их знаешь сколько у меня. Лед, бойни, они да, вот сами полюбили, жили там. А гоненые есть кто-нибудь? Все, все гоненые. Все до одного? И что-нибудь делают? Ну, чилики, они гоненые. Не, ну есть, вот у меня есть там пара, они что-то не хотят, ничего. Такие очень есть красивые расцветки. И все по 50 рублей. Так, ладно. Пойдем дальше. Такие чубатые, лохматые. Желтые, ореховая масса. Чернохвостые, краснохвостые. Вот они тоже такие. А такие почем краснохвостые без чубы? По 2. По 2000? А плечистые вот эти? По 1000, по 2. Да. Белые. Эти по 1000 белые? Белые. Вроде симпатичные. Отвернулся. Голову не хочет показать. По 1000 рублей. Ну это моздоцкие белые. Может быть что-то уже убито по северокавказским. Голубочка. Если голубочка, то хорошая. Вроде бы и лапы. Так. Кролики, кролики. Черные, белые, серые. Так, это у нас, по-моему, ленина танцы. Это ленина танцы? И почем? 500 и выше. Что-нибудь гоненое есть? Сиреневый один гоненый. Что-нибудь показывает? Конечно, можем сейчас кинуть, он покажет. И сколько такой стоит гоненый? Ну все, готов не знаю. Да вон, что по Адаму. Не прет, не прет. Ну так, от 500 до штуки. Вы где, в Пятигорске держите? Не, прохладно. Прохладно? А вы с прохладного? Да. Понятно. Бакинцы черные. А из бакинцев что-то гоненое? Нет, из бакинцев нет. Это молодняк весь. Я его не гонял. И почем такие черные? По 500. Они белоносые будут. Сейчас перелиняют. Это белоносые. Да, белоносые у меня было несколько штук. Было. Ага. Ну и как можно назвать? Нос не повелел, да? И нос белый, и все нормально, но даже на хвост. Лодку он умеет делать, но игры нету. Не, эти хорошие, эти проверенные. Ну, я брал у знакомых. Как на базаре кота в мешке покупаешь. Если с лета, конечно, да, прийти, да, посмотреть, как летает, тогда да. У меня есть, у меня штук 30 черных, но из них штук 15 хорошо бьют, некоторые в забой, а остальные... Ну, как и вся птица. Что, думаешь, все прям идеал, что ли? Не, ну конечно. Идеального, конечно, не бывает. Если хочешь идеал, да, надо. Если, конечно, если ты знаешь человека, возьмешь, а если ты не знаешь, то лучше домой поехать, если гоняешь. Да. Из дому взять. Да, но еще и не факт, что ты с дому хорошего возьмешь. Не, ну если с лета не, брать. Да, тебе кинут. Понимаешь, голубь тоже, как и человек, другой дом уже не то. У него даже игра не та будет. Да я нет, тоже он возьмет потом свое. Я брал с Краснодарского края там у одного человека пару мрамор, лед и бой, все, да.
привез к себе, у нас на 20 километров раз. А он не идет. Потому что у него ветер, а у меня ветер. А когда ветер, он не идет, потому что у меня в другую сторону бы еще сильнее. Все. Ты с Владикавказа? Да. Вот у меня брат в Воронеже живет. Он говорит, знает, там кто-то у него голубей брал с Владикавказа, учился там в Воронеже. Военный. Даже не знаю. Так, ладно, спасибо, пойду поснимаю. Что именно вас интересует? Белый Моздоцкий. 800 рублей. Ну такие полторы. Ваш? И белый сколько стоит? Голуб? Белый голуб, голубка? Да, голуб, голуб. И что стоит? Порода называется канадский шоколад. Деда, белый сколько стоит вот этот? Ну, штуку. Молодой голуб. Пороется как этот, а у меня нету. Я тебе перезвоню, дам его телефон, созвонишься с тобой. Да нет, я мне его поснимать, цены поспрашивать, а краснохвосты эти почем такие? Они разгорбаны. Так, утки. Утки. Он вот как только стал бить, белый там такой был, блядь, я пескунем там бабушка поймала. Это шейка. Я его выгнал. Шейка голубка? Да. И что стоит? 500 рублей. И что? Летает? Ну, ее прямо налетел. Голубь вот угоненный забрали, а голубка не гонит. И забрал он на лету его прямо. Понятно. Он уже опускался, до средней дошел. Чернохвостые, лохматые. Я у него... И почем такие белые? Не знаю. Отец отошел. На крыше я у него... Эти почем? По 500. Эти по 500. А мраморный тоже 500. Заботливый отец. Гоняете голубей или вольеры? Раньше гоняли, сейчас что-то перестали. Ну, сколько даем всем, все довольны, бьют все. Ну, копчик начал бить. Ну, это он у всех копчик бьет. Все ясно. Закончу, добью этот ряд и начну заново. Уже время подходит к концу. Так. Какие? Сам не пойму, что за порода. Головастики. Головастики. Почем такие головатые? 300. По 300 рублей. Конины нет? Нет. Шейки позамерзали, сидят, а ну-ка. И почем такие шейки? Не гоненые? Это не шейки, а все, я понял, что-то я так на хвосты не посмотрел, гривуны. Все ясно. Всех по 100 рублей. Все, на этом я буду заканчивать этот кусочек видео. Все. Всем удачи, всем пока.